Всем добрый день! Сегодня день у нас действительно солнечный, теплый. И мы едем сегодня в село Неван. Сейчас вот едем на старый город. Скоро мост. Вот он, мост. Ну, а там дальше. Дорога в Неван. Но мы перед Неваном хотим заехать на берег. На берег реки Ангары. Приехали, а тут мошки какой-то целая куча. Пока вроде не кусают, но их тут очень много. На той стороне ЛПК. А это Неванская сопка. Неван – это ивенкийское слово, в переводе как «свиная голова». Если смотреть с правого берега реки Ангара, то Неванская сопка похожа на нее. Вот так мы поднялись наверх. Река Ангара, как мне тут подсказывают, это сейчас называется Богучанское водохранилище. Взлетная полоса старого аэропорта в Неване. Вот она как раз внизу, бетонная такая. Вот так расстроился уже Неван. Это вот самое начало. Там потом вот ближе к сопке идет старый Неван. И там вдалеке на горе уже новый Неван. Русское село Неван зародилось в соседстве с ивенкийским стойбищем в устье речки Неванка под горой. Это было в 1686 году. Первым русским поселенцем был в Неване Иван Сизой с женой и сыновьями. Купили всю машину. Это видно, это даже не мухи, это комары молодые. Видно, только вылупились. Ой, все, поехали от этого комаринного рая. Недолго семья Ивана Сизова оставались одни в Неване. Вскоре к ним присоединились Григорий Анучин и Иван Антипин. Оба взяли в жены тунгусских женщин, создали семьи. Так на левом берегу Неванки, на солнечной стороне, засияли три свежесрубленных дома в близком соседстве с ивенкийским юртовищем. Образовалось так называемое избище. Именно эти три избы впервые упоминаются в списках русских опорных пунктов. По переписи в 1791 году в Неване числилось 49 ревизских душ, то есть мужчин. В 1854 году в селе насчитывалось уже 18 дворов, в них проживало 155 человек. Род Сизых к этому времени разделился на три семьи, Анучиных стало 8 семей и Антипиных 5 семей. Фамилии Сизых, Антипиных и Анучиных по сей день носят многие из коренных неванцев.
Улица Сказочная, село Неван. Посмотрите, она действительно сказочная. Какие молодцы здесь живут. Все как красиво, как ухожено. Прямо после той разрухи, которую мы только что проехали, это действительно сказка. Молодцы, молодцы жильцы. Проезжаем улицу Луговая. Тоже неплохо. Красиво. Ну, мы вот этот дом смотрели тогда, да? Нет, наверное, еще дальше. Баба орёт, наверное. Вон она орёт, что ли. Куда поехали? А тут труба, видишь, какая. Сейчас будет зацепительно. Заезжаем на улицу Зеленая. Здесь вот как раз под самой горой улица идет. Это получается центр, наверное, села Неван. Я так думаю. Здесь у них и школа, и мэрия, и клуб. Сейчас увидим. По левую сторону, похоже, детский сад. Так, здесь по левую сторону школа. Территория школы.
вот она, школа. И тут дальше, дальше. Я точно не знаю, но, по-моему, вот это вот справа, это мэрия. Вот тут вот прямо это что? Это тут почта, по-моему, и клуб. Вот это клуб, да? Может, что-то путаю. Если смотрят неванцы меня, то поправьте. Это вот центр, да. Вот она, живописная река Неванка.